Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков и лидер фракции «Единой России» в законодательном собрании региона Василий Гвоздев. Теперь две ветви власти обязуются и в следующем году вместе исполнять наказы избирателей, жителей региона. И работать над улучшением социально-экономической ситуации в области в соответствии принятому бюджету. Это, конечно, блок ЖКХ, вот то, что чем я сейчас завершил, это дороги, на которые вы, прежде всего, вместе с правительством пробили 725 миллионов на муниципальные дороги. Это ресурс Министерства образования и, конечно, надо смотреть будет по здравоохранению. Секретарь регионального отделения партии Владимир Камека отметил, что в документе в первую очередь отражены те позиции, которые заложены в народную программу «Единой России». Документ насчитывает порядка 700 позиций, он достаточно разносторонний, затрагивает все сферы жизнедеятельности, это здравоохранение, образование, культура, вопросы ЖКХ, дорог и спорта, все то, что нас окружает в повседневной жизни. По словам председателя правительства региона Владимира Разумкова, подобные меморандумы подписываются не первый год, и в том числе с другими фракциями парламента. У нас опыт реализации этих меморандумов продолжается. И, соответственно, действительно очень полезно с тем, что эти меморандумы, они являются теми документами, которые действительно в течение года могут корректироваться в силу определенных обстоятельств, там, бюджетного финансирования, в том числе каких-то изменений запросов, ситуаций. Но этот опыт достаточно живой, мы его продолжаем уже на протяжении определенного количества лет. Перед тем, как сформировать окончательный вариант меморандума, депутаты провели большую работу на комитетах и внутри фракции. Теперь предстоит контроль по всем направлениям, обозначенным в документе. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.